Привет, друзья, я сейчас нахожусь в Кутаиси, вот здесь у меня за спиной офис Bank of Georgia, и я наконец завершаю процесс открытия счета. Оказалось, что в прошлый раз, когда я был в Тбилиси, подавал заявление, там мы заплатили, я не совсем хорошо понял. Дело в том, что все общение в банке происходит на английском языке, как правило, потому что далеко не все знают русский. И там очень шумно, очень трудно понять. Оказалось, что надо было все-таки написать всю информацию, там заполнить такую анкету огромную. Я этого не сделал в прошлый раз и, собственно говоря, может быть, и не очень рвался. И поэтому у меня так и не приходил ответ. Сейчас я, прежде чем ехать второй раз в Грузию, сделал все как надо, зашел на сайт Know Your Client и все это заполнил. И вот сейчас, находясь здесь, мы зашли просто в банк, спросили, она сказала, да, приходите, там проверила все, сказала, приходите, когда придет письмо на e-mail, что готов банк открыть счет. Это письмо пришло мне вчера, и сейчас вот я был там, тоже на английском языке объяснялся, но счет... Сегодня уже, в общем сказать, все формальности сделали, и в четверг мне дадут карточку именную Bank of Georgia. Тогда же она обещала мне помочь с установкой приложения. То есть я уже установил приложение, она сказала, что после того, как будет карточка, можно будет зарегистрироваться в приложении, и тогда я смогу ответить на все ваши вопросы. Смогу я переводить деньги, не смогу переводить деньги. Но карточка европейская у меня уже будет еще одна в Bank of Georgia и параллельно с Каспи банком казахским, что очень и очень приятно. Это расширяет мои возможности. А на сегодня все. Лайк, как всегда, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.